Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на 101FM. У микрофона Ольга Близина. Сдана еще одна секция проблемного дома на Солнечной. Застройщику «Северстройинвест» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию второй секции многоквартирного дома номер 16 по улице Солнечной. Об этом было сообщено на заседании комиссии по решению проблем граждан, участвующих в долевом строительстве. Дом находится в списке проблемных примерно год. Сроки его ввода в эксплуатацию не соблюдались. Также КРИК отчитался о мерах по оказанию помощи дольщикам. Так, 40 человек по договору освобождены от оплаты приобретаемого жилого помещения, у 18 выкуплено право требования к недобросовестному застройщику, то есть им выданы денежные средства, уточняет правительство области. Дайджест недвижимости. За долги можно будет отключить у потребителя все коммунальные услуги. Правительство одобрило законопроект об увеличении ответственности за неплатежи в коммунальной сфере. Документ в течение 2 недель поступит в Госдуму. Предлагается увеличить размер пени до 1,170 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. Получается более 17% годовых. Также коммунальщики получат возможность отключать потребителю любую услугу, если у него есть задолженность. Сейчас нельзя отключать воду и электричество. Кроме того, со следующего года начнут действовать повышающие коэффициенты для тех, кто не поставил счетчики. Коэффициенты будут ежеквартально повышаться до 20% по отношению к текущим нормативам потребления. Дайджест недвижимости. В марте средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья составила, по данным агентства «Роснет», 51 147 рублей. Самый дорогой метр в однокомнатных квартирах – более 54 тысяч. Самый дешевый – в трехкомнатных – 49. Самая дешевая квартира в Кирве стоила в марте 720 тысяч рублей, самая дорогая – почти 11 миллионов. Дайджест недвижимости.